Привет, друзья! На часах сейчас 5 утра. Я уже на площадке. Снимаю ролик. Как? В старые добрые времена все, да? Есть какая-то прелесть в том, что ты приходишь на площадку рано утром, когда людей еще нет, все спят, а ты уже работаешь над собой. Это отличное начало дня. Я всем советую. Не так, чтобы вы легли, как обычно, в 12, в час ночи, встали в 5 по будильнику, заставили себя куда-то идти, при этом все проклинаете, вам ничего не хочется. Нет. Лягте пораньше, хорошо выспитесь, встаньте утром, когда солнышко только-только начнет проявляться, соберитесь, пойдите на площадку, потренируйтесь. И это задаст начало вашего дня. Правильное начало, с которым весь оставшийся день будет полегче. Сейчас я запишу этот ролик на одну важную тему, на самом деле, на тему расстройства пищевых привычек. Это тема специально для участников нашей бесплатной программы «Сотка», потому что тема важная на самом деле. Дело в том, что если вы хотите изменить свой внешний вид, то этого нельзя сделать, не изменив свое питание, не изменив подход к своему питанию. Неважно, хотите вы набрать вес или, наоборот, его сбросить. Если вы не регулируете свое питание, это будет сложно сделать. А иногда и, в принципе, невозможно. Поэтому приобретение каких-то полезных привычек, которые делают вас лучше, делают вас более здоровыми, сильными, красивыми, это здорово. Но иногда новички слишком зацикливаются на той цели, которую они перед собой ставят. И это уже начинает приводить к проблемам. Я думаю, вы наверняка сталкивались с людьми, у которых появилась, так сказать, идея фикс о том, сколько они должны весить или как они должны выглядеть. И это уже ненормально. Существует целый ряд болезней, например, та же анорексия, вызванных именно вот появлением таких идей. Собственно, в сегодняшнем видео я немножко расскажу о том, что такое расстройство пищевого поведения, откуда они возникают, как с ними справляться для того, чтобы вы были в теме. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Погнали! Двумя самыми популярными примерами расстройств пищевого поведения является нервная анорексия, то есть когда человек заставляет себя есть очень и очень небольшое количество еды и из-за этого обладает критически низкой массой тела. И нервная булимия, когда человек, наоборот, регулярно переедает, и при этом это действие также сопряжено с компенсаторными различными явлениями, то есть когда человек понял, что он переел, затем он стимулирует свой организм к рвоте для того, чтобы избавиться от съеденного, или использует какие-то диуретики, чтобы согнать вес и так далее. Это два самых распространенных варианта расстройства пищевого поведения, но они далеко не единственные. И очень часто такие расстройства соседствуют с другими явлениями, такими как депрессия, такими как обсессивно-компульсивные расстройства и так далее. И на самом деле ситуация довольно серьезная, потому что по оценкам Всемирной организации здравоохранения около 4% людей страдают от разного рода расстройств пищевого поведения. И очень часто это приводит к неприятным последствиям, в том числе среди тех, кто страдает анорексией тот же, значительно выше процент ранних смертей. Поэтому это не просто история о том, что кто-то слишком целеустремленный. Люди с расстройствами пищевого поведения становятся просто одержимы едой, контролем своего веса и своего внешнего вида. В группе риска в первую очередь находятся молодые женщины в возрасте от 20 до 30 лет, вне зависимости от их социального статуса. Однако это заболевание распространяется также и на другие возрастные группы, и на мужчин тоже. Как узнать, что вы страдаете от РПП? Врачи выделяют целый ряд признаков эмоционального и поведенческого характера, которые могут говорить о наличии и развитии этого заболевания.
Помимо общих признаков, существуют также и специфические, относящиеся к каждому конкретному виду расстройства. Например, у анорексиков существует стойкое отрицание низкой собственной массы тела. Основная опасность любого вида РПП заключается в том, что он разрушает рацион питания человека. И в дальнейшем из-за его скудности и ограниченности это приводит к обратимым, а иногда и необратимым изменениям в организме, которые можно объективно зарегистрировать. Проблема заключается в том, что спровоцировать развитие РПП может вполне безобидное желание стать лучше, привести себя в форму, похудеть. При этом зачастую фигурируют такие факторы, как необоснованная вера в то, что чем меньше ты весишь, чем лучше, перфекционизм по отношению к собственному телу, установка добиться результата любой ценой, поставленная самим собой или другим человеком, например, спортивным тренером, а также компенсация своих неудач в других сферах за счет питания. Что делать, если ты подозреваешь у себя наличие расстройства пищевого поведения? Ну, во-первых, стоит сказать, что это заболевание, как и любое другое, чаще всего смогут диагностировать только профессионалы. Но в то же время есть определенные рекомендации по самоконтролю. Когда ты принимаешь решение привести себя в форму и похудеть, то нужно понимать, что в первую очередь ты это делаешь для того, чтобы стать более здоровым и чувствовать себя лучше. И хотя количество килограммов на весах или сантиметров на талии является простым и понятным показателем, но не стоит забывать, что это лишь следствие того, что ты меняешь свой образ жизни и никак не должно становиться самой целью. А это значит, что в приоритете должно быть здоровье, и использование различных вредных в долгосрочной перспективе практик должно быть под запретом. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние физического, эмоционального и социального благополучия. А это значит, что как тренировки, так и процесс питания должны в целом доставлять тебе удовольствие. Если тебе не очень нравится заниматься на турниках и тебе приходится заставлять себя ходить из-под палки, но в то же время тебе нравится бегать или танцевать, то лучше подобрать ту физическую активность, которая будет приятна именно тебе. То же самое касается и питания. Не стоит бездумно следовать рекомендациям фитнес-тренеров из интернета и сразу же ограничивать свой рацион курицей и рисом. Правильное, полезное питание, которое будет позволять себе похудеть, может быть вполне себе разнообразным и вкусным. Нужно также ставить перед собой реалистичные и достижимые цели, чтобы не возникало ситуации физического и эмоционального выгорания. Время от времени стоит задаваться вопросом, сможете ли вы всю жизнь так тренироваться и питаться? Или же сейчас вы ориентированы на достижение результата в краткосрочной перспективе, а о том, как его поддерживать, вы даже не задумывались. Кто-то может подумать, что советы из этого видео касаются исключительно мнительных юных барышень. Однако аудитория, для которой эта информация будет актуальной, намного шире. Возьмем, к примеру, молодого парня, который решает подкачаться. Со временем он начинает думать о том, что ему нужно еще больше мышц, еще больше и так далее. В какой-то момент он может прийти к идее о том, что натурально он уже не может получить то количество мышц, которое ему хочется. И несмотря на уже имеющиеся внушительные объемы, он переходит на темную сторону, чтобы улучшить свой результат. Это также может касаться и рельефа, когда люди начинают сбрасывать вес, видеть первые признаки кубиков на животе, но им хочется еще лучший результат, еще более выпуклые кубики, венозность на руках. И вот они уже ограничивают себя не только в питании, но и в воде, лишь для того, чтобы выглядеть хорошо, как им кажется. И это приводит нас к расстройствам пищевого поведения и различным негативным последствиям для здоровья в долгосрочной перспективе. Вот такое видео получилось сегодня, немножко не по моей теме, потому что я специализируюсь на физике упражнений, а здесь речь идет о питаниях и фактически о нейробиологии, но тем не менее я считаю эту тему важной и необходимой для освещения. Будет интересно узнать ваши мнение об этом ролике. Если вдруг вы сами сталкивались с расстройствами пищевого поведения, обязательно поделитесь своим опытом в комментариях. Это даст нам больше информации об участниках программы. Ну а если вы хотите поддержать меня, этот канал и весь проект Сотка, то в описании я размещу ссылку на нашу страницу на Boosty, где можно оформить донат. Ну а теперь
Я думаю, что пора немножечко потренироваться, сделать зарядочку и пойти уже завтракать. С вами был Антон, канал Street Workout. До встречи на уличных площадках вашего города.